запретили на некоторое время? Плохо. Я считаю, что он не нормально вещал. Не знаю, меня устраивал и телеканал, да, Россия. Какой канал? Да никакой. Почему? Все, что показывают, все нравится? Ну, не то чтобы все нравится, но если у нас все-таки демократия, то как бы позволительно все. Ну, конечно, где агрессия, может быть, это нежелательно всегда. Не всегда. Где-то какие-то должны быть ограничения какие-то, но запретить так полностью, не считаю, не нужно. А то, что Россию запретили? РТР? Ну, это, конечно, неправильно. Почему? Может быть, там была как раз агрессия. Да, объективность везде должна быть. То есть, если мы запрещаем один канал, тогда давайте запрещаем и другой канал. Как-то так. Хорошо. Нету баланса. Нет, конечно, я бы наоборот даже добавила. Какой бы добавили? Ну, например, Белый Балтийский. Куда добавили? Чтобы больше было программ. А то, что РТР закрыли, Россию закрыли? Ну, я заметила, конечно же, это не очень приятно. Не могу сказать, что это мой любимый канал, но все-таки это уже знак того, что если этот канал кому-то мешал, значит, что-то не хотят, чтобы люди знали. А почему и почему ничего не объясняется, вот это подозрительно и странно. Ну, какой? Какой бы ограничить вообще? Ну, порно-каналы бы, все бы ограничили. Они и так ограничены, они за деньги. Но есть... Вообще бы ограничил, чтобы их не было. Какой бы канал ограничил? ЛНТ, наверное. Почему? Может, они, не знаю, ерунду всякую рассказывают. Хорошо, а вот то, что ограничили телеканал «Россия», как вы к этому относитесь? Отрицательно, конечно, там есть интересные передачи, которые смотрите, сериалы. Ну, всякие политические передачи интересные. Поэтому я иногда смотрю, не часто смотрю РТР. Ой, не знаю. Затрудняюсь ответить. Почему? Все хорошие, все нравится, что показывают? Ну, на самом деле, я бы никакое не ограничивала вещание, иначе это... А то, что вот телеканал «Россия» запретили? Я считаю это неправильным. Почему? Это нарушение прав. Чьих? Человека. Какого? Обыкновенного человека. И мне затруднительно сказать, да, я могу одно сказать, почему запретили РТР, планету, вот это. Как вы к этому относитесь? Это отрицательно, полностью. Почему? Потому что я получу деньги. Честно говоря, я даже не могу вам сказать. Я, в принципе, смотрю Евроспорт. Только поэтому остальные вам не интересны. А то, что вот Россию отключили? Ну, там другие каналы есть, посмотреть можно, кроме России. А если все отключат? Все, я думаю, не отключат. А если оставят только Евроспорт? Это хорошо. А если Евроспорт отключат, то все оставят? Это будет очень плохо. Без Евроспорта нельзя спортом даже люди заниматься. Чтобы здоровыми были все. А те, кто смотрит Евроспорт, те здоровы? Да, я думаю, да. Любой телеканал, который показывает жестокость, который несет антигосударственные идеи, идеи уничтожения Латвии или другой страны, такие каналы, так как об этом гласит закон. Я телеканал «Россия» очень мало смотрю. Этот шаг не всегда решает проблему. Чтобы решить эту проблему, должна быть очень сильная политическая и аналитическая альтернатива. И сегодня прокомментировать специальную эту тему мы пригласили.